Предупрежден, значит вооружен. Тема круглого стола в штаб-квартире волонтерской организации ОСА Десногорска. У юных горожан была возможность получить важную информацию из первых уст. А благодаря формату встречи ребята могли свободно вести диалог непосредственно с представителями полиции и общественных организаций. На повестке дня актуальные и важные для молодежи вопросы. Так безопасности и этики в интернете лучше учиться заранее, а не на своих ошибках. Оскорбление, ругательство, отправка личных фотографий и информации – это может стать достоянием не только правоохранительных органов, но и злоумышленников. Кроме этого, продолжает оставаться актуальная проблема асоциального поведения подростков. С юных лет каждый гражданин нашей страны обладает не только правами, но и обязанностями. Молодые люди должны понимать, что противоправные действия – это реальные преступления, за которые предусмотрена ответственность. В числе шалостей значатся весьма серьезные правонарушения. Как правило, это кражи, грабежи, как правило, что совершают несовершеннолетние автотранспортных средств. Как правило, данные преступления происходят в каникулярное время, когда дети по меньшей мере заняты. Проблема разумного использования свободного времени. Здесь верный выбор может сделать не каждый. Большинство преступлений совершаются именно от незанятости подростков. Наша самая основная, наверное, мера – это вовлечение несовершеннолетних в различные формы занятости, досуга, спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия. Сложные и неоднозначные ситуации ставят перед человеком выбор. И важно с юных лет понимать, что от него зависит и наше будущее. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.